Тем временем архангельские поисковики ищут родственников солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны. 30 августа в районе урочища Гантовая Липка поисковой отряд «Ингрия» из Санкт-Петербурга обнаружил останки нашего земляка, сержанта Алексея Митина. Было установлено, что Митин Алексей Данилович, 14-го года рождения, из Архангельской области Черевковского района Тимошинского сельского совета, был призван Маймайксанским райвоенкоматом из города Архангельска на Великую Отечественную войну. Значит, он был сержантом, умер от ран в 1943 году. Также у него было, он был награжден медалью за отвагу, но, скорее всего, эту медаль он не получил. Известно, что у солдата на тот момент была жива мама Митина Татьяна Ивановна, которая жила в колхозе 1 мая Тимошинского сельского совета. Сейчас это часть Верхнетоимского района. Поисковики просят откликнуться родственников или знакомых. Перезахоронить останки Алексея Митина планируют на его родине.